уже на баскетбольном Оскаре. Лучшая команда страны ЦСКА сегодня отмечает открытие сезона. Ну, как принято, конечно, сначала нужно попозировать фотографом. Да, Андрей, попозируем фотографом? Красиво. Как нужно позировать? Как спортсмен позирует? Я думаю, для спортсмена самое главное – это его игра, но прежде всего можно стать боком. Самое главное – хорошо улыбаться. Будут, может быть, какие-то спортивные задания, там, 20 раз отжаться на кулачках? Я думаю, больше творческий сегодня будет вечер, и если будем, то петь, танцевать или как-то шутить. Так а что? Вы сами поете? Стараюсь, но... Самое время спеть, открыть сезон песней. Красная армия, наш флаг вперед, верный завет, нас бой зовет, ведь от границ громче? До британских морей. Громче? Красная армия всех сильней. Потому что сегодня, наверное, заключительный день, по большому счету, предсезонки. Да? Завтра начинаются уже трудовые будни. Есть сегодня возможность немножко расслабиться, чтобы быть уже максимально собранным в течение нескольких месяцев вот этого длинного сезонного марафона. Pretty good, pretty good. Enjoying the party. You know, my first week here in Moscow, everything is it is really nice. So, you know, getting ready for the season. Oh, what really surprised me is how close the teammates are and how many times we handshake during the warm-up. So, you know, that's really good and you know, I think it makes the team stronger. У нас ассоциируется с Хью Джекманом, с Росомахой. Отелло, понятно, у нас классик, он Шекспир. Никита у нас человек стиль Козловский. А остальных не будем рассказывать. Если даже нам не вручат или вручат Оскар, то Кубок Евролиги, я думаю, что нас утешит в этом смысле.